И мы начинаем, друзья, наш розыгрыш! Ура! У гипермаркета «Стройландия» выстроилась толпа потенциальных счастливчиков, желающих испытать свою судьбу в розыгрыше «Машина за покупку». Принять участие в акции смогли все, кто приобрел товар на сумму от 3000 рублей в магазинах «Стройландия», Орска и Новотроицка. Помимо главного приза – автомобиля, были разыграны еще 30 ценных подарков. Телевизоры, планшеты, мультиварки, пылесос, видеорегистраторы, а также новогодние атрибуты. Ваша? Отлично, друзья, эти аплодисменты звучат для вас, и сегодня вы станете на одну елку богаче. Кульминацией розыгрыша, разумеется, стал выбор счастливчика, новоиспеченного обладателя новенького автомобиля «Лада Гранта». Анастасия, 80-го года рождения! Друзья, вот у нас человек, который стал на один автомобиль богаче. Аплодисменты! Честно все было? Честно! Спасибо, дорогие друзья, за то, что сегодня почтили нас своим присутствием. Каждый день я думала, наверное, что-нибудь выиграю. Ну, конечно, хотелось машину. Ну, вот так получилось. Стоит отметить, что это не последняя акция, которую проводит магазин «Стройландия». Поэтому у всех покупателей есть шанс еще раз испытать удачу.